Нахал продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру Хамаса и ликвидируя боевиков. Армия Израиля наносит удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Проводится операция в Иудее и Самарии. Ночью была проведена операция в Джинине. Израильские ВВС атаковали цели в районе ферм Шеба на юге Ливана. Сегодня утром во время сирен в центре Израиля по пути в бомбоубежище были травмированы 9 человек. В Кириат-Шмоне и других населенных пунктах Верхней Галилеи, а также в северной части Голландских высот были слышны сигналы тревоги. Подтверждается, что были зафиксированы пуски примерно 40 ракет из Ливана. Часть из них была перехвачена. Другие упали на открытой местности. Сведений о пострадавших нет. Возникли пожары, ведется их тушение. Правительство Израиля приостановило действие аккредитации репортеров катарского телеканала «Аль-Джазира», ссылаясь на то, что журналисты распространяли в репортажах ложные материалы. Приостановка аккредитации объясняется введением в мае запретом на вещание канала из-за угрозы нацбезопасности. По поручению министра связи Шлома Кари были закрыты офисы канала на территории Израиля, конфисковано их оборудование и заблокирован доступ к сайту. «Аль-Джазира» все обвинения отвергла. Международный комитет по защите журналистов назвал действия израильских властей актом цензуры. В германском городе Фюрстенвальде власти федеральных земель Бранденбург закрыли мечеть и работающий при ней исламский центр из-за связи с Хамасом и движением «Братья-мусульмане». После проведения обысков в помещениях исламского центра и мечети, а также нескольких частных домах в Бранденбурге и Берлине, полиция искала доказательства, подтверждающие подозрения в экстремистской деятельности. Основанная в 2018 году, организация управляла работой мечети Аль-Салам и предоставляла различные услуги местной мусульманской общине, в том числе она предлагала образовательные программы и летние лагеря для детей. В июле 2023 года Федеральное ведомство по охране Конституции определило организацию как экстремистскую за пропаганду антисемитизма, отрицание прав Израиля на существование и распространение материалов, связанных с братьями-мусульманами.